Добрый вечер, Елена. Вопрос мой такой. Все мы мечтаем и строим планы. Вы можете поделиться планами на ближайшее будущее? Могу. Самое ближайшее будущее. Нас ждет с вами ораторский курс. Небольшой, тоже из 7 занятий, ораторский курс. Где будет совсем другое, совсем не то, что было в голосовом модуле, в актерском модуле. Тут мы с вами глубже проникнем в то, как составлять убеждающие речи, как удерживать внимание слушателя, зрителя. Это самые ближайшие планы. А вот дальше как бы будет не какой-то такой небольшой, видимо, перерыв в обучении. Я сама постараюсь что-нибудь где-то подучиться чему-то. Потому что вот настанет как май-июнь, я думаю, что с августа мы снова соберем группу и будем вот так вот позитивно, только, наверное, группа будет немножко побольше, я так думаю. Я же опыта набралась, правда? Думаю, что группа будет побольше. Но, в принципе, мне вот это вот трехфазное обучение по голосу, речи, актерское внутреннее состояние, в основном мы с вами, правда же, по этому работаем. И ораторское. Мне нравится такое трехфазное обучение. Я думаю, что я буду продолжать в таком же ракурсе. Благодарю вас за такой подробный ответ. Я всегда восхищаюсь вашим позитивом. Скажите, пожалуйста, где вы черпаете эту энергию позитивную? От вас! Все очень просто, да? Мои ученики меня очень хорошо заряжают позитивом. Я вот, честно говорю вам, вот бывает, что перед самым эфиром я еще вам ссылку высылаю на то, чтобы вы зашли в комнату. И у меня еще настроение ниже плинтуса, как говорится. Вот, но когда я вас вижу, и вижу ваши глаза, и знаю, что вы ждете чего-то от меня, и все, вы меня заряжаете. Я черпаю энергию от вас. Благодарю вас за ваши прекрасные ответы и за ваши вебинары. И я вас благодарю, Лиля, за такое интересное интервью.